Лето еще не закончилось, а сезон ОРВИ уже наступил. Заболеваемость растет с начала августа. Переболели уже 320 тысяч человек, а дальше больше. Температура, насморк, кашель. Болеть никто не хочет. Поэтому нам стало приходить много вопросов на эту тему. Мы выбрали самые волнующие вопросы про ОРВИ от наших зрителей. Насколько опасен нынешний штамм коронавируса? Какую прививку делать обязательно, а какую нет? И главное, как защитить от ОРВИ себя и своих близких? Ждем ответы от приглашенного эксперта.